бывает такая ситуация, что кофемашина когда-нибудь может сломаться. Мы достаем маленькую кофемашинку и делаем два эспрессо. Как это происходит? Насыпаем молотый кофе. Ту же норму, как для двойного. Темперуем, как обычно. Аккуратно. Вставляем сюда. Закрываем. Закрываем кофеминочку. И нальем сюда воды. Горячей. Возьмем чашку и нажимаем кнопку. И мы получаем такой настоящий эспрессо в обычной маленькой кофемашинке. Сейчас мы посмотрим на его цвет. Так. И теперь внимательно смотрим на кремах. Видите? Тянется, то есть масло. Наслаждаться таким великолепным эспрессо. Настоящим.